Привет, друзья, с вами Алекс, из Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня мы постреляем в стрелковом клубе в Дубае. В современном стрелковом клубе Джебель Али стрельбой можно заниматься профессионально или ради развлечения. В этом центре можно отточить технику. Если же вы никогда не держали в руках оружие, то все равно обязательно посетите это место. Клуб оформлен в стиле внушительной крепости. Здесь вам предложат обучение на открытых и закрытых площадках стрелковой академии. Все объекты соответствуют международным стандартам безопасности. Если вы не можете прожить и дня без стендовой стрельбы, то 5 стендов для стрельбы по тарелочкам – то, что вам нужно. Все площадки оборудованы для организации тренировок по трем олимпийским дисциплинам – трап, дубль трап, стрельба на круглом стенде. Более того, стрелковый клуб «Джебель Али» – на удивление тихое место, где можно расслабиться. Ресторан «Шутерс» популярен не только среди стрелкового братства. Этот американский стейкхаус в стиле вестерн известен тем, что здесь готовят изысканные стейки на гриле. Кроме этого, стеклянные стены от пола до потолка дают возможность беспрепятственно наблюдать за тем, что происходит на площадках для стендовой стрельбы. Стрелковый клуб «Джебель Али» для тех, кто хочет узнать, как живут и развлекаются местные жители Оаке. Популярное место для отдыха оснащено двумя стрельбищами для стендовой стрельбы, комбинированным стрельбищем с траншейными и круговыми стендами. Также в стрелковом клубе есть лазерный тир и любительский крытый тир для любителей на 10 мишеней и дистанции в 25 метров. Стрелковый клуб – это не коммерческое объединение единомышленников, увлеченных стрелковыми видами спорта. Развлечение для настоящих мужчин и мужественных женщин. Спортивный азарт и соревновательный дух дают возможность дотянуться до предела своих возможностей и суметь отодвинуть этот предел еще на шаг. В стрелковом клубе вы можете практиковать свое мастерство на разных моделях огнестрельного оружия: пистолет Макарова, Чезик, Глок, Беретта, Зиг Зауэр, автомат Калашникова, штурмовая американская винтовка М16, винтовка с лазерным прицелом и многое другое.